І далі тему Китаю продовжимо обговорювати з наступним гостем нашого ефіру Андрієм Бузаровим, міжнародним оглядачем. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий вечір. Отже, Сі Цзіньпіна офіційно переобрали, безпрецедентний третій термін, третя п'ятирічка, він може керувати країною ще 5 років, далі, напевно, буде продовжувати. А як взагалі, на вашу думку, це вплине на країну, на Китай та, головне, на світ? Вы знаете, я думаю, что, и вы, наверное, правильно заметили, что не было ни для кого это неожиданностью. Я хорошо помню предыдущий 19-й съезд Коммунистической партии Китая, я на нем присутствовал 5 лет назад, в октябре 2017 года, и тогда тоже переизбирали Си Цзиньпиня без особых неожиданностей. Сейчас его переизбрали. Я думаю, что есть коллективный консенсус высшего политического руководства сохранять ту политическую систему, которая сейчас есть в Китае. И исходя из этого, приоритеты Китая последних 10-15 лет во внешней и внутренней политике, то есть эра Си Цзиньпиня, она будет таким образом продолжаться. А приоритеты очень просты. Это развитие экономики и поддержание китайской силы на внешней политической арене, так как это вообще возможно. И вот экономический аспект, он ключевой. И от этого во многом будут зависеть дальнейшие шаги Китая и по поводу Тайваня, и по поводу отношений России, и, самое главное, отношения Китая с Европейским Союзом и США. Именно экономические отношения, не военно-политические, не идеологические, не маразматические, которые двигают понятно кем в соседнем государстве, а именно экономика. Поэтому тут Китай может преподнести для нас сюрпризы. А скажіть, будь ласка, економічний розвиток. Ну, ми ж розуміємо, що принаймні за нинішньої моделі Китай залежить від ринків збуту, а найбільший ринок – це Європа, другий – це Сполучені Штати. І як це можна поєднати з агресивною риторикою щодо Тайваню, щодо інших ситуацій в світі? Вы знаете, любой человек, который захочет поизучать историю взаимоотношений Китая с США, увидит, что в зависимости от степени отношений между США и Китаем, тайваньский вопрос или тайваньская тема поднимается. В зависимости от того, насколько хорошие или плохие отношения между Вашингтоном и Пекином. Я хорошо помню, как тайваньскую тему поднимали там 5-7 лет назад, когда отношения были не очень хорошие между Вашингтоном и Пекином. Потом, когда Трамп попытался нормализировать отношения с Китаем, тему Тайваня забыли. Сейчас опять. И вот в зависимости от того, какие отношения между США и Китаем, соответственно, отношения и с Тайванем у Китая улучшаются или ухудшаются. Поэтому мне кажется, что в ближайший месяц-два будет попытка со стороны США и со стороны Китая, взаимно, я подчеркиваю, навести какие-то точки соприкосновения по экономическим вопросам. Если это не удастся, тогда риторика Пекина будет жесткая, резкая по отношению к Тайваню, соответственно, по отношению к США. Если же удастся, то мы увидим сближение. Добре, Китай засудив санкції проти Ірану за допомогу РФ у війні. Така ситуація свідчить про те, що в світі формується нова військова Антанта, Россия, Китай, Иран. И чи зможуть вони протистояти світу? Китай никогда не входил в никакие политические союзы за последние лет 100. Даже коммунистический так называемый союз, который был между СССР и Китаем, он никогда не был полноценным, поскольку Китай всегда играл самостоятельную роль. И в начале, например, 70-х годов Китай, вопреки идеологическим позициям, начал сближаться с США. Этот период продолжается и до сих пор в части экономики. Поэтому я думаю, что союз Ирана и России возможен, союз Китая, Ирана и России невозможен. Китай будет играть самостоятельную роль. Поэтому сейчас с политической точки зрения, с точки зрения политической корректности, Китай, может быть, и осудил соответствующие действия Запада по отношению к Ирану. Но я думаю, что Китай будет сохранять двойственную позицию. С одной стороны осуждать, с другой стороны пытаться с Западом взаимодействовать. Напомню, что Китай является крупнейшим инвестором Ирана, как и по линии энергетики, так и по линии многих экономических проектов. Поэтому не стоит удивляться, почему Китай так отреагировал сейчас.
у Брюсселі на саміті ЄС лідери країн дискутували щодо економічної ролі Китаю і вирішили, що всім треба позбавлятися залежності від китайських товарів. Ну, це і промова Жозепа Бореля, в якій він казав, що Європа довго спочивала на дешевих російських енергоносіях, китайських товарах і американській безпеці. Чи можуть такі розмови, на вашу думку, перерости в реальні дії? Як швидко такого потужного економічного конкурента можна прибрати з ринку і чи загалом можна прибрати? Я думаю, що Брюссель дає сигнал Пекіну о том, что Китаю нужно быть очень аккуратным в своих внешнеполитических шагах. И такой же сигнал дает уже Пекину несколько лет и Вашингтон. Европейский Союз, как вы правильно сказали в начале сюжета, и США являются главными торговыми партнерами Китая. Поэтому парадоксально, но Китаю заменить Европейский Союз и США неким. Именно Китаю, поскольку экономика Европы объединенной и экономика США, они могут существовать и без определенных секторов взаимодействия с Китаем. А вот китайская экономика, которая очень импорта и экспорта зависима, прежде всего экспорта зависимая, она вряд ли сможет существовать без рынков Европейского Союза, ну, на должном уровне, и без США. То есть заменить Китаю эти рынки нечем. И Китай, пекинское руководство, Си Цзиньпинь будет искать точки соприкосновения с Европейским Союзом и США, вопреки даже своему политическому и военно-политическому сближению с Москвой. Трохи про Іран поговоримо. Іран засудив заклик до розслідування ООН щодо використання Росії його безпілотників проти України. І навіть пригрозив за цю ініціативу Франції, Німеччині, Великій Британії. Як розцінювати такі заяви Тегерана? Що це? Традиционно иранская, персидская, я бы сказал, дипломатия, она достаточно взвешенная. И я думаю, что Иран до последнего будет отрицать любое участие, даже очевидное участие в передаче дронов России, поскольку Иран с последние 5-6 лет все делал для того, чтобы выйти из изоляции, которая продолжается уже десятилетия. И именно Франция, именно Великобритания, именно Германия были главные лоббисты Ирана в Европейском Союзе, ну и в Европе в целом. Даже тогда, когда Трамп решил полностью расторгнуть так называемую ядерную сделку с Ираном, Европейский Союз поддерживал Иран. И Иран прекрасно понимает, что сейчас он может лишиться последних экономических возможных шансов сотрудничества с Европой. Поэтому Иран пытается огрызаться, Иран пытается сделать так, чтобы на него обратили внимание в Европе и каким-то образом вышли на какой-то консенсус. Но я думаю, что пока консенсус маловероятен, пока Иран активно поддержит Россию в войне против Украины. Пане Андрію, дякую вам дуже за ваш час і за цю розмову. Я нагадаю, що це Андрій Бузаров, міжнародний оглядач, був у нас на зв'язку. Дякую вам.